По-прежнему радуюсь за Елену Шадрину. Бронзовая медаль в толчке, бронзовая медаль в сумме, пусть небольшой сумме, но честно набранные 218 килограммов. Хороший результат. Ну что ж, смотрим на локти. Нет, но попыталась она сразу выпрямить руки, чтобы не возникло вопросов. Но для этого пришлось низко подсесть. И 136 ей не покорились. В итоге 133 ее итоговый результат. 241 сумма двоеборья. На 10 килограммов меньше, чем рекорд мира. Ну что ж, все равно неплохой результат. Жалко, нам не показали разминочный зал. Хотелось бы увидеть.